Вольової перемоги у першому турецькому спарингу. Чудовий настрій у футболістів запорізького «Металурга». Тепер на тлі навантажень вони налаштовуються на черговий контрольний поєдинок. Уже завтра грати проти переможця першої ліги Казахстану – клубу «Окжетпес». Але найбільше вболівальників непокоїть інше питання – хто очолить «Металург»? Наразі колектив до сезону готує спортивний директор Олександр Томах, якому допомагає Анатолій Чанцев. Сейчас как бы я продолжаю просто курировать этот вопрос и организовывать и тренерский штаб. Мы обмениваемся всеми этими, тренировочный процесс, планирование и так далее. Но повторяю, у нас нет людей, которые не участвуют, и нет людей, которые там отодвинуты по каким-то причинам. Потому что сильный тренерский штаб – это одно из главных залогов успеха. Ну, решаете вы все сообща, но в любом случае, я так понимаю, последнее слово за вами. Да, вы угадали. Какое решение будет принято? Ну, думаю, что не за горами это решение, потому что все равно как-то надо определяться, кто хотя бы там временно или как будет это все выполнять. Поэтому давайте немножко подождем, наберемся терпения и узнаем, кто все-таки и как оно будет. Сан Саныч Томах руководит нашим штабом, а мы все делаем, то есть... Все в комплексе, все спланировано, все дружно, и поэтому каждый свои предложения вносит и выносится на обсуждение, поэтому все дружно. І швидше за все, саме Олександр Томах керуватиме запорізьким «Металургом» у весняній частині чемпіонату, принаймні у команді, в цьому ніхто не сумнівається. Ну, уже перед тем, как мы выезжали сюда на сборы, уже Сан Саныч сказал, что как бы командовать будет он. И вести весь тренировочный процесс будет он, и никакого уже там тренера в ближайшее время не ожидается. И все, в принципе, я думаю, успокоились, и все понимают, что Томах будет руководить сейчас в ближайшее время командой. Сказал он, если откроют вот эту лицензию про, то он будет там с 31 марта главным тренером.